Арктический плавучий университет открывает свой третий экспедиционный сезон. В преддверии отправки первого рейса 2014 года организаторы собрали пресс-конференцию и рассказали о программе, нововведениях и важности проекта для региона. Он находится уже не только в стадии становления, а в стадии мощнейшего развития. Это бренд, который знают не только в стране, но и далеко за ее пределами. В этом году на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов» состоится два рейса плавучего университета. Особенностью первого станет работа двух экспедиционных отрядов – судового и полевого. Последний в течение 10 дней проведет работу на Шпицбергене, и лишь с середины рейса экспедиции присоединится к основной команде. Такой подход позволяет одновременно нам решить очень многие задачи. Во-первых, расширить ряд научных данных, которые были получены в предыдущие годы по арктическим морям, их состоянию и состоянию экологии и климата в этом районе. А второе – это получить дополнительные данные и установить еще более тесные контакты с научными центрами, которые работают на Шпицбергене. Маршрут второго рейса пройдет по Северному морскому пути. При удачной ледовой обстановке экспедиция надеется достигнуть самой северной точки Евразии – мыса Челюскин. Кроме того, благодаря информационной поддержке Арктического совета расширился состав участников. Вторая экспедиция в этом году она будет под эгидой Арктического совета, где примут участие зарубежные участники, это студенты, преподаватели из европейских стран и из Америки. Достижением этого года можно считать изменения в статусе образовательной программы, которую в конце мая утвердили на учебно-методической комиссии САФУ. И теперь студенты будут иметь право не просто констатировать, что они прошли такой-то курс, они могут это учитывать и перезачитывать со смежными, схожими дисциплинами их учебных планов. Проект находится в постоянном развитии. О его успехах сегодня говорят уже не только научные отчеты и внимание прессы, но и награды. 23 мая в Краснодаре в рамках премии «Хрустальный компас» проект «Арктический плавучий университет» был удостоен диплома финалиста в номинации «Просвещение».